Программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем сегодня. На улице Белокурихи вышли волки, что гонит хищников к людям и что делать самим людям. Спасти от рака. Почему бороться с онкологией сложно не только из-за состояния самого пациента. Купелей почти нет, зато очереди есть. Как прошло первое крещение в условиях коронавируса и стоило ли оно тех запретов? В городе-курорте Белокуриха на улице вышли волки. Серых хищников заметили накануне на ночных съемках с камер наблюдения. Информация тут же распространилась через соцсети и мессенджеры. Местные жители, отдыхающие, не на шутку испугались. Вот там они его подранили сильно. Вот она, кровь пошла. Вот так, на урожай на 10 у нас. Но, судя по этим любительским записям, на волков уже началась охота. В то же время местные власти со ссылкой на Минприроды сообщают, что уже начали формировать бригаду профессиональных охотников. Специалисты отмечают, в этом году по сравнению с предыдущими волков стало заметно больше в Смоленском, Алтайском районах, в границах природного парка Предгорья Алтая. Возможно, конкуренция и голод и вынуждают их приближаться к населенным пунктам. Советский район продолжает кипеть после гибели девочки в центральной больнице. По сообщению мамы умершей, местным жителям, которые, к счастью, близких не теряли, но тоже не совсем довольны оказанием услуг в этом учреждении, уже поступает угроза от врачей поликлиники. Напомним, 11 января в советскую ЦРБ привезли годовалую девочку с термическими ожогами. По словам мамы, ребенок опрокинул на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу через катетер под ключичную вену. По предварительным данным, тогда и повредили левое легкое, что привело к гибели. Мы дозвонились до мамы девочки, она уже сходила на допрос к следователям. Назначена первая медицинская экспертиза. Дело взяли на контроль в краевом следкоме. По словам женщины, следователи пообещали, что накажут виновных, ведь врачебная ошибка налицо. И вот что еще мама девочки рассказала нам по телефону. Врачи по домам ходят с подписями и с угрозами к знакомым, что почему вы распространяете информацию о данном ребенке, вы не боитесь ли попасть потом в больницу к нам. То есть это все зафиксировано. И это, я так понимаю, на этом фоне вам еще и больница никаких извинений не приносила, врачи? Нет, главный врач. Абсолютно никаких извинений нет. Главврач просто ушел на больничный. В ходе аппаратного совещания в правительстве края губернатор отметил, что вопрос гибели ребенка в советской ЦРБ находится на особом контроле. Министр здравоохранения, в свою очередь, рассказал, по этому вопросу была проведена внеочередная ведомственная проверка, изъята медицинская документация, также возбуждено уголовное дело. Поликлиники региона получили новые машины для оказания неотложной помощи. Эти машины будут выезжать на те случаи, когда обостряются хронические заболевания или возникают острые боли без угрозы жизни. Чаще всего медики неотложки оказывают помощь на дому пациентам с головными болями, повышенным давлением, температурой. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи – важная часть нацпроекта здравоохранения. По одной машине получили 18 районных ЦРБ. На них потратили больше 11 миллионов рублей. Еще 33 аналогичных машины поступили в регионы, и до конца недели они уедут в районы. За прошедшие сутки на Алтае зарегистрировано 194 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Сейчас на лечении в госпиталях находится 1835 человек, 382 пациента тяжелых, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К другим темам. Православные верующие отмечают сегодня крещение Господне. Однако не совсем традиционно. В этом году не везде можно было окунуться в купель. Их просто не было. В Барнауле, например, оставили только две точки для обряда. Испортило ли это настроение жителям, узнавала Валентина Аскерова. На теле скорпионы, на пальцах татуированные перстни. Барнаульские осужденные совершают омовение в святой купели на территории своей колонии. Говорят, хорошо бы вместе с совершенными преступлениями смыть и росписи на теле. Вы жалеете, что набили, получается? Полностью очень жалею. Даже на руке порой стыдно руку показать.
И на работе это очень мешает, при устройстве на работе и вообще в коллективе. Какой бы грех хотели, чтобы сегодня смылся? Да все, которые я совершил. Какой самый, наверное? Ну, наверное, который причинил своим родителям, оказавшись здесь. На улице минус 18, мороз немного кусается. Впрочем, для крещения это совсем не холодно. И благослови достояние твое. Вот сейчас купание крещенское носит такого характера развлечения. Можно ли говорить о том, что здесь в заточении люди более серьезно к этому относятся, чем на свободе? 511 человек находится в РИУ-1. А сколько мы сегодня видели здесь человек? Ну, 20. 20 человек – это какой процент из 500? Вот. Ну, также и если бы у всех была возможность, ну, маленечко еще что-то принять и покупаться, конечно, их было бы больше, как на свободе. Вот. Такой же процент примерно и на свободе. То есть из всей массы людей, которые идут получить какой-то драйв, ну, вот этот адреналин за счет стресса во время купания в холодной воде, вот из них такой же процент, 1% – это те, кто идут это делать осознанно. В этом году смыть грехи осужденным было проще всех. Искать, где окунуться, им не надо, в отличие от барнаульцев. Из-за непростой эпидобстановки запретили популярные места купаний. Совершить омовение можно только в одном месте – на озере Пионерское. Вот только в городе у нас два озера с таким названием, и большинство людей приехали не к тому. Вы расстроились? Ну, конечно, как бы это. Готовились к купанию. Теперь придется никак. Быть немытыми. Вот, придется быть немытыми. Я уже сегодня в 12, в 1 часу ночи 3 ведра на себя выливал воды. Хотел в проруби искупаться. Ну, не получилось. А сейчас бы с удовольствием занырнули. Так что вот так. К слову, потенциальные места купания патрулировали сегодня правоохранители, чтобы не было нарушителей. Речной вокзал, крещенский городок, без купели как будто осиротел. На льду не должно быть больше 60 человек, но сегодня едва наберется десяток. Пришли умыться и набрать святой воды. Купаюсь уже 8-й год. Вот. Ну вот в этом году, видите как, вот хоть умыться пришли. Жалко очень, что нету, конечно, купели. Как вы думаете, ну это действительно такие вынужденные меры, что купель не разрешили? Я думаю, что нет, это не вынужденные. Все-таки надо было сделать. Все-таки это праздник, это праздник. Сегодня пришли водичку набрать. Да. Каждый год это делаете? Ой, обязательно. В пункте ходить за водичкой только сюда. Не признаю ни из крана, ни в церкви. Хожу только сюда. Она целебная? Ну, не знаю. Считаю, что это так. От коронавируса поможет? Думаю, да. Я прихожу сюда несколько лет уже подряд за водой. И она действительно стоит, и она действительно не портится. Ну и в хозяйстве мы ее употребляем. Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день имеет целительные свойства. И можно растереть лицо или руки и обрести привлекательность и здоровье. К слову, набрать воды можно и на Свято-Никольском источнике. Проезд канатный 75. Ну а если душа и тело все же просит купания, окунуться в воду можно на озере Пионерское в районе Булыгина. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В 2020 году инфляция в Алтайском крае стала самой большой с 2016 года. Это следует из материалов, опубликованных Алтайкрайстатом. Под конец года только в декабре 2020 инфляция составила 0,4%, а за весь непростой год почти 5,5%. Это больше чуть ли не на 1%, чем годовая инфляция в целом по России. Это не могло не отразиться на ценах. Так, больше всего за год в регионе выросла стоимость продуктов – 7,5%. Так существенно изменилась цена на огурцы, апельсины, шоколад, кофе, сахар. На него стоимость выросла из-за сокращения посевов сахарной свеклы. Больше теперь отдаем за масло и муку и из-за снижения урожая подсолнечника и пшеницы. Стоимость непродовольственных товаров изменилась на 5%. Это, как правило, телевизоры, телефоны, легковые автомобили. В крае увеличилось количество детских онкологов. Теперь на весь регион их 8. Цифра небольшая, если учесть, что на данный момент в регионе около 700 детей, которые сражаются с болезнью или находятся в ремиссии. Почему же в онкологическом отделении не хватает врачей, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Никит, как дела у тебя? Нормально. Нормально? Как спал? Ничего хорошо? Не болит. Ничего не болит?
Юлия Штырь недавно устроилась в детскую краевую больницу. И это, пожалуй, самое непростое отделение – онкология. 30 коек, и они всегда заняты. Здесь лечат онкобольных детей со всего региона. Юлия знала, что будет непросто, но признается, на деле все еще сложнее. Может быть, поэтому в отделение детской онкологии не выстраивается очередь из врачей, готовых пойти на такую работу. Здесь дефицит не конкретно даже онкологов, а в целом дефицит врачей. Любую специальность возьмите, везде есть дефицит, потому что многие, даже заканчивая медицинский университет, не все идут дальше работать в медицину. Может быть ответственность, потому что на врачей или на любой специальности лежит большая ответственность за здоровье, за жизнь ребенка. Кроме Юлии, в отделение онкологии недавно пришли еще два молодых доктора. Теперь на весь край 8 детских онкологов. Специалисты до сих пор требуются и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске. Я была готова и психологически, и физически. Многие из моих коллег даже не знают о существовании дальней специальности детской онкологии. Специалиста детского онколога-гематолога, чтобы подготовить для качественной самостоятельной работы этому специалисту, доктору, необходимо учиться порядка 10 лет. Врач должен знать в целом о ребенке очень многое. Пульмонология, кардиология, то есть смежные специальности, что является комплексом педиатрии. Молодой врач, и не только молодой, любой врач, детский онколог, должен знать и ориентироваться. Ежегодно в крае онкологию выявляют у 70-80 детей. Из года в год все больше. В ремиссии и лечится на данный момент около 700 маленьких пациентов. Самые частые детские диагнозы – рак крови, костного мозга, лимфомы. За 20 лет у нас увеличилось количество онкозаболеваний в Алтайском крае. На мой взгляд, основная причина, и что изменилось с Советского Союза, в нашей жизни это питание. Все остальное, те же внешние факторы окружающей среды, но не изменилась глобальная экология. Врачи советуют не откладывать поход к врачу, если у ребенка изменилось поведение, самочувствие. Кстати, благодаря тому, что в отделение пришли 3 новых специалиста, теперь больница сможет оказывать амбулаторную помощь онкобольным в полную силу. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком. Автомобильный мост через реку Барнаулку на улице Челюскинцев закроют на реконструкцию. Это произойдет уже скоро, 1 февраля. Движение по нему будет ограничено до ноября этого года. По проекту мост фактически целиком уберут, включая опоры, и поставят новые. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Их стоимость почти 88 миллионов рублей. В городской администрации отмечают, что ремонт давно назрел. Мост был построен в 1970 году, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Добавим, что улица Челюскинцев – одна из важных автомобильных артерий города, так что водителям придется заранее выстраивать пути объезда. Затронет это и движение общественного транспорта. Там проходит маршрут номер 65. С февраля он будет проходить по следующему пути – проспект Красноармейский, разворот на улице Ползунова и далее по маршруту. Медицинские маски стали неотъемлемым атрибутом нашей повседневной жизни. Как нас уверяют специалисты, они защищают от коронавируса, но вместе с тем могут стать причиной множества других проблем. Например, испортить кожу лица. Как правильно выбрать маску и сохранить здоровье кожи, узнавали мои коллеги. С начала пандемии коронавируса маски стали основным средством защиты. Но никто не мог предположить, что этот тренд спровоцирует появление нового слова в индустрии красоты. Маскне – это гибрид слов «акне» и «маска». Прыщи и воспаления из-за частого ношения защитных масок стали главной бьюти-проблемой. Наша героиня Евгения постеснялась даже показывать свое лицо на камеру. Начались проблемы с кожей, вот эти все высыпания, раздражения, прыщи. Но, представляете, мне 30 лет, я вроде уже взрослая девушка, а выгляжу как прыщавый подросток. Как показывает практика, ношение маски зимой, особенно в морозы, еще больше вредит коже лица. Под тканью скапливается конденсат из-за резкого перепада температур. Поры расширяются, в них попадают все косметические средства, микрочастицы грязи в воздухе. Итог – в лучшем случае обветривание, но чаще – раздражение. Не, ну, конечно, конденсат есть, наблюдается. Ну, а так, для защиты, как говорится, себя и окружающих, я думаю, это полезно. Считаю, что мы создаем, наоборот, так скажем, среду для того, чтобы вирусы
размножались. Нет, нет, у меня все в порядке. Да. Я ухаживаю за кожей. Дерматологи и косметологи призывают правильно подбирать саму защиту для ежедневного использования. Так, делая выбор в пользу многоразовой маски, нужно учитывать ряд особенностей. Может быть аллергические какие-то реакции, может эффект трения, то есть здесь не всем может подойти. Пропускная способность, опять же, влажность повышается. Ну и уход в одноразовый мы уже знаем, как-то немножечко к ней относимся, что мы ее выбросили, здесь постирали, прогладили, не всегда бывает качественно. Поэтому стоит выбирать хлопковую дышащую основу. И не забывать тщательно простирывать при 60 градусах с жидким моющим средством. Оно лучше очищает и выполаскивается из маски без остатка. Медицинские маски обычно означают качество, но если их правильно использовать, менять каждые 2 часа. А еще стоит скорректировать уход за кожей. Убираем плотные крема, защитные, потому что вот именно из-за парникового эффекта у нас возникает пленочка, для развития бактерий, которая вообще благоприятная среда. И здесь нужно будет отдать предпочтение более увлажняющим кремам, более легким. Если же у вас уже серьезные проблемы с кожей, не усугубляйте ситуацию и сходите на прием к косметологу. Впрочем, минимальные усилия можно сделать и с учетом косметологических советов, проверенных в пандемию. А еще специалисты советуют пересмотреть вашу декоративную косметику. Желательно отказаться от жирных тональных средств. Компактную пудру лучше заменить на легкую минеральную. Она лучше всего подходит для чувствительной кожи. И самое интересное – гигиеническая помада. Она создает невидимую пленку на губах, которая притягивает множество бактерий. Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин. День с толком. В конце января Алтайский край посетит министр спорта России Олег Матицын. Главная причина этого визита – осмотреть Барнаульский гребной канал, где с 20 мая будет проходить второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Впрочем, это будет не единственный объект для посещения. В плане министра значится, к примеру, скалодром. Ждут большого гостя и на чемпионате Сибири по настольному теннису, как и наш министр спорта Алексей Перфильев, Олег Матицын, мастер спорта по настольному теннису. Кроме того, руководители федерального и регионального министерства должны обсудить вопросы реконструкции сельских стадионов, в целом развития спортивной инфраструктуры. У нас позиция и политика открытости, поэтому мы честно должны смотреть на ту инфраструктуру, на ту ситуацию, которая есть у нас. И, конечно, пытаться привлекать федеральную поддержку. Поэтому сначала надо пригласить, показать, попробовать совместно найти решение. Набранный темп по созданию спортивной инфраструктуры хороший. Нам важно его выдержать. У нас сейчас очень хорошая федеральная поддержка. Ну, в том числе приезд министра мы, конечно, хотели бы проконвертировать в поддержку для Алтайского края, в создании новых объектов. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!